А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Ага, тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Они ужасно рады? Постой, теперь получается, что я не иду в гости. А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой.